Специалисты рекрутингового агентства SuperJob провели опрос среди россиян и выяснили, сколько денег они хотели бы получать на пенсии. Об этом пишет российская газета со ссылкой на исследование. Около трети респондентов планируют продолжить трудовую деятельность при достижении пенсионного возраста, а 16% собираются жить только на государственную пенсию. Большинству участников опроса достаточно 37,3 тысяч рублей для счастливой жизни на пенсии. Двумя годами ранее эта планка находилась на уровне 35,2 тысяч рублей. Молодым людям в возрасте до 24 лет достаточно иметь на пенсии доход в размере 31 тысячи рублей, а людям в возрасте 45 лет и старше как минимум 39,2 тысячи рублей. Среди профессиональных сфер деятельности наибольший желаемый доход на пенсии хотели бы иметь программисты – 42 тысячи рублей. Следите за нашими новостями, чтобы не пропустить все самое главное и интересное во внутренней политике нашей страны.